Большинство людей проживают свою жизнь, идя указанной нами дорогой, и боятся исследовать другие. Но время от времени встречаются такие, как вы, и сметают все преграды, что мы ставим на их пути. Люди, которые понимают, что свобода воли – это дар, которым не научишься пользоваться, если не будешь за него бороться. Мне кажется, настоящий план Верховного в том и заключается, что, может быть, однажды план станем писать не мы, а вы сами.